Седьмой класс, 32 серия. Решение задач. Задача первая. Ширину прямоугольника увеличили на 5 сантиметров, а длину уменьшили на 20%. Площадь второго прямоугольника оказалась на 20% больше, чем площадь первого. Найдите ширину второго прямоугольника. Давайте обозначим за х ширину первого прямоугольника, а за y длину первого прямоугольника. У второго прямоугольника ширина больше на 5, значит, это будет х плюс 5, а длина меньше на 20%. То есть это будет 0,8 от y. На 20% меньше. Процент – это сотая часть. Значит, 0,8 умножить на y. Площадь второго больше на 20%. Значит, если площадь первого прямоугольника умножить на 1,2, то получится как раз площадь второго прямоугольника. Так, раскрываем скобки. Х умножить на 0,8y, а затем 5 надо умножить на 0,8y. Это будет 4y. Так, теперь можно упростить. Теперь можно разделить обе части равенства на y. И получается, что x равен 10. X – это ширина первого прямоугольника, а у второго на 5 больше. Значит, ответ задачи – ширина второго прямоугольника 15 сантиметров. Задача вторая. Бассейн наполняется двумя трубами за 24 минуты. Через первую трубу бассейн может наполниться за 1 час. Найдите объем бассейна, если известно, что за 1 минуту через вторую трубу поступает 100 кубических миллилитров воды. Итак, когда работают две трубы, одну 1/24 часть бассейна наполняют вот эти две трубы за минуту. Когда работает только первая труба, за 1 час она может наполнить бассейн, значит, час – это 60 минут, значит, за 1 минуту – 1/60 часть. Чтобы узнать, какую часть бассейна за 1 минуту наполняет вторая труба, надо найти значение вот этой разности. Приводим к общему знаменателю. Наименьший общий знаменатель – 120. Дополнительный множитель 5. Здесь дополнительный множитель 2. Получается 3/120 или 1/40. Итак, вот такую часть бассейна наполняет вторая труба за 1 минуту. За 1 минуту поступает 100 кубометров воды. Значит, 100 умножить на 40 – 4000 кубических метров воды. Вот таков объем бассейна. Задача третья. При каком значении k прямые, вот это уравнение первой прямой, это уравнение второй прямой, пересекаются в точке, принадлежащей оси абсцисс? То есть точке, у которой ордината будет равна нулю. Так, давайте посмотрим на уравнение первой прямой. Вот если домножить на 2 и левую часть, и правую, то справа будет 8, а слева будет 4х плюс 2y. Так, и здесь 8. Значит, давайте приравняем вот эти выражения. Так, и назовем значение k. Коэффициент, стоящий при x, равен 4.
Можно построить график первого уравнения. Вот это первая прямая красным цветом. А это вторая прямая при k равном 4. Вот точка пересечения этих прямых. Абсцисса точки равна 2, ордината равна 0. Прямые пересекаются в точке, которая принадлежит оси абсцисс. Задача четвертая. Найдите координаты точки графика линейной функции, абсцисса которой в 5 раз меньше ординаты. Так, можно построить график вот этого линейной функции и построить график линейной функции y равен 5x. Найти точку от пересечения этих прямых, координата вот, по оси абсцисс, это абсцисса точки пересечения равна 2, а ордината в 5 раз больше. Так, координаты точки пересечения 2, 10. Так, можно вот таким образом. 5х – это х плюс 8, значит, 4х – 8, х равен 2. Это первая координата, но зная первую координату, можно найти и вторую. Итак, координаты точки 2, 10. Задача пятая. В равнобедренном треугольнике ABC с основанием AC проведена биссектриса AD. Надо найти градусную меру угла ADB, если известно, что угол ABC 20 градусов. Вот этот угол 20 градусов. Углы при основании равнобедренного треугольника равны. Давайте обозначим градусную меру за 2х. Здесь будет х, да еще х, поскольку AD биссектриса. Так, ну а теперь давайте найдем градусную меру угла при основании равнобедренного треугольника. Значит, 2х, 2х, да еще 20 градусов, это угол ABC. Всего 180, сумма углов треугольника. Х равен 40, значит, угол при основании равнобедренного треугольника 80. Так, х 40, здесь 40, здесь 20. И можно назвать градусную меру угла АДБ. Это 180 минус 40 и минус 20, получится 120. Ответ 120 градусов.